Власти Алматы намерены избавиться от посредников. По словам акима мегаполиса Ербулата Досаева, цены на продукты питания завышены на 40% из-за перекупщиков. Об этом он заявил на встрече с жителями Бостандыкского района. Кардинально к чистке города от посредников власти намерены приступить с начала следующего года. Есть договоренность между акиматом Алматы с торговыми сетями о прямой поставке 85 тысяч тонн социально значимых продуктов питания по фиксированным ценам. Такая же работа будет проводиться со всеми регионами страны, утверждает Ербулат Досаев. Сейчас же, пока продукция дойдет до потребителя, ее стоимость увеличивается в несколько раз. На ценообразование также влияют геополитические события, удорожание ГСМ, удобрений, кормов и добавок. Экономисты считают, что с посредниками нужно было решать вопрос давно, но и тут нужно действовать аккуратно. Инициатива Досаева интересная. То есть работать по тому, чтобы убирать, я бы сказал так, бесполезных посредников. В то же время есть у нас посредники небольшие, и которые выполняют какую-то работу. То есть закупают картофель оптом, сортируют его, упаковывают и так далее. То есть фактически это уже не посредник, это он какую-то переработку делает. С такими, я думаю, бороться не стоит.